очень опасными уколами. Особенно в меньшинстве автомобилист играет достаточно агрессивно, именно при формате 4 на 5. А какая передача на Ткачева. Уехал за ворота Владимир и забил сам. Здорово! 2-1. Авангард в игре. Вот такой красоты от Владимира Ткачева мы ждем всегда, потому что в этой ситуации Владимир Ткачев, по сути, все сделал сам. Во-первых, открылся просто здорово. Вот здесь отыгрался с Арсением Грицуком, получил обратную передачу, вытянул на себя чуть-чуть Владимира Галкина.